Русская народная песня «Калинка». На сцене участники арт-проекта «Тенора 21 века» и учащиеся школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Дирижер Дмитрий Дмитриенко. Yeah.
Украинская народная песня «Ничья комісячна». Солист, артист Московского театра «Новая опера» Алексей Татаринцев. Дирижер, народный артист Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР Владимир Минин.
Александра Пахмутова, слова Михаила Матусовского, «Старый клен» исполняют Зара и народный артист России Дмитрий Певцов. Баян Дмитрий Дмитриенко. Старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по берегу. Ты идешь по переулку. Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего, отчего, отчего мне хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди, погляди, погляди на небо, как сияет он безоблачно. С праздником, дорогие!